возлюбил нас, насколько Ты умилосердился над нами, чтобы зайти к нам, грешным людям, и открыть путь спасения, для того, чтобы каждый верующий Сына Твоего не погиб, но имел жизнь вечную. Сегодня мы, Господь, просим, благослови нас, чтобы мы вполне осознавали это, чтобы мы понимали и видели Твою заботу и Твою любовь каждому из нас. Видели образ Сына Твоего, которому мы всегда должны подражать, которому мы должны стремиться и познавать. Благослови нас, Господь, сегодня в это краткое время нашего общения и служения наслаждаться славой Твоей, наслаждаться Словом Твоим и понимать и осознавать Его. Благослови нас сегодня принять участие в заповеди Твоей, напомнить о том, что Ты умер за каждого из нас, отдал самое ценное и дорогое, что было у Тебя, свою жизнь. Мы благодарим Тебя за это и просим, благослови нас сегодня Духом Своим Святым. Наставь нас на всякую истину. Просим все это во славу Христа. Аминь.